Мы находимся в пустыне, жара, солнце светит, маховое мороженое, но знаете, где мы это мороженое купили? Вы просто посмотрите. Да. Вот там вот, да. Смотрите просто. У мясной курицы мы купили мороженое. Короче, мы пока купили, вы она где? Тут кайфует, хавает мороженое, коктейльчики, да. Хот-дог это просто гигантский. Этот хот-дог просто гигантский. Да, а это, вы посмотрите, кто здесь нам продавал мороженое. С этого я просто был в шоке. И, возможно, это даже не кетчуп, а какая-нибудь кровяка. Короче, как-то так. Вот такой продавец, вот такая да. Вот мясная курица, она просто балдеет, кайфует и загорает, что ж. Всякий раз настало. Да. Ладно, Дима, ты будем меня обломать кайф, да и лучше в такую жару не стоять на месте. О, погнали куда-нибудь в тени. Чё? О, она будет попкорн хавать. Да пофиг, Диман, я все, короче, ухожу отсюда. Давай. Сейчас мы с Диманом находимся на Чауха. Сейчас мы с Диманом находимся в пустыне, жара, солнце светит, маховое мороженое. Но знаете, где мы это мороженое купили? Вы просто посмотрите. Да. А, вот там вот, да. Смотрите просто. У мясной курицы мы купили мороженое. Короче, мы тут пока купили, вы она здесь. Тут кайфует, хавает мороженое, коктейльчики, да. Хот-дог просто гигантский. Этот хот-дог просто размером с меня. Да, а это, вы посмотрите, кто здесь нам продавал мороженое. С этого я просто был в шоке. И, возможно, это даже не кетчуп, а какая-нибудь кровяка. Короче, как-то так. Вот такой продавец, вот такая да. Вот мясная. Курица, она просто балдеет, кайфует и загорает, что аж всякий раз настало. Да. Ладно, Диман, не будем я обламывать кайф, да и лучше в такую жару не стоять на месте. О, погнали куда-нибудь в тени. Чё? О, она будет попкорн хавать. Да пофиг, Диман, я все, короче, ухожу давай. Отсюда. Сейчас мы с Диманом находимся на Чауха. Сейчас мы с Диманом находимся в пустыне, жара, солнце светит, маховое мороженое, но знаете, где мы это мороженое купили? Вы просто посмотрите. Да. А, вот там вот, да. Смотрите просто. У мясной курицы мы купили мороженое. Короче, мы тут пока купили, вы она здесь. Тут кайфует, хавает мороженое, коктейльчики, да. Хот-дог просто гигантский. Этот хот-дог просто размером с меня. Да, а это, вы посмотрите, кто здесь нам продавал мороженое. С этого я просто был в шоке. И, возможно, это даже не кетчуп, а какая-нибудь кровяка. Короче, как-то так. Вот такой вот продавец, вот такая вот мясная курица. Она просто балдеет, кайфует и собирает. Что ж, всякий раз настало. Ладно, Диман, не будем я обломать кайф, да и лучше в такую жару не стоять на месте. Погнали куда-нибудь в тени. Чё? Ну, она будет попкорн хавать. Да пофиг, Диман, я все, короче, ухожу давай. Отсюда. Сейчас мы с Диманом находимся на Чауха. Сейчас мы с Диманом находимся в пустыне, жара, солнце светит, маховое мороженое. Но знаете, где мы это мороженое купили? Вы просто посмотрите. Да. А, вот там вот, да. Смотрите просто. У мясной курицы мы купили мороженое. Короче, мы тут пока купили, вы здесь. Она тут кайфует, хавает мороженое, коктейльчики, да. Хот-дог просто гигантский. Этот хот-дог просто размером с меня. Да, а это, вы посмотрите, кто здесь нам продавал мороженое.